Делегация города-героя посетила сад-музей. Уже многие годы дерево дружбы является символом единения народа всего мира. В его крону привиты японские мандарины, испанские апельсины, китайские кинканы, итальянские лимоны, грейпфруты. Всего 45 видов и сортов цитрусовых. В общей сложности более 630 прививок. Они сделаны руками глав многих государств, видных общественных и политических деятелей, космонавтов, ученых и представителей культуры из 167 стран мира. Однако крымская земля в музее появилась впервые. Севастопольцы взяли ее с Сапун-горы, где шли тяжелые бои во время Второй мировой войны. Собирали породу добровольцы, занимающиеся захоронением останков погибших солдат. Они передали мне две пули, осколки. Вот я в землю эту положил. Одна пуля, значит, советская, а вторая немецкая. И немецкую пулю вынули вот из кости, которую я находил. Ну, видимо, это останки советского солдата. Я думаю, что она и станет символом породнения и Крыма, и Севастополя с городом. Крымчане также преподнесли в дар музею картину. Полотно войдет в Рериховскую экспозицию.